Всем привет! С вами Настя, и вы на моем канале. Мы приехали отдохнуть, точнее прилетели в Турцию. Отель наш называется Port River. И называется он так, скорее всего, потому что у нас прям из окна мы обратили внимание какой-то порт речной. Значит, сделаю небольшой обзор нашего номера. Значит, здесь есть телевизор. Такие вот полки, где хранятся наши вещи. В номере есть кондиционер. Еще одно большое зеркало. Балкон. Мы находимся на 5-м этаже. Это наш вид из балкона. Море находится вон там, за этим лесочком. И вот, если обратить внимание, то тут корабли. Вон корабль, то есть вот мачты кораблей видны, то есть это какая-то река. Мы, если честно, не смотрели на Яндекс.Карте, так что не знаем, что это за река. Так, ну это наша кровать взрослых, это Катина, она на ней спит. Кровать, кстати, очень удобная, отличные матрасы. Такие вот картины. Значит, давайте быстренько пробежимся, что тут у нас написано. Показываю, что тут, когда вас сколько кормят. Мы на самом деле ходим только в главный ресторан. Саша еще где-то около бассейна что-то берет. Я не знаю, я не перекусываю ничем. Мне только завтрак, обед и ужин. Все как по расписанию. Значит, завтрак с 7 утра до 10 утра. Поздний завтрак с 10 утра до 10:30 утра. Обед с 12:30 до 14:30, ужин с 18:30 до 20:30, кондитерская у бассейна с 10 утра до 18:00, ночной суп с 22:00 до 05:00, так, что тут у нас еще, и лобби-бар с 10:00 до 00:00, вот. Если кому-то интересно почитать, что тут написано, на стоп можете поставить и почитать. Сейчас я переверну еще вот. Тоже что-то, что, как. Мы находимся в главном лобби. Записались сейчас в ресторан «Аликард» на сегодня, на 18:30. Но нас вчера еще внесли в список, потому что сказали, мы как бы вас учтем, но вы подойдите на следующий день, чтобы мы вас уже окончательно записали. Вот эти шары светятся вечером очень-очень красиво. Вот главный лифт. Ресепшн. Тут на ресепшене можно перекусить, если очень-очень хочется. Лукум, печенье, чай, морс. Лукум тут все-таки очень вкусный. Чтобы поехать в ресторан с любого лифта, надо нажать «Б». «В». Это у нас минус первый. Здесь находится ресторан. Здесь до ресторана такая улочка с магазинами, со спа. Вот тут есть спа от отеля, в котором необходимо брать полотенце на пляж или в бассейн. Также имеется кабинет доктора. Вот он. Ну и, собственно, всякие магазинчики. Вот в этом ресторанчике мы сегодня будем вечером кушать. Ресторан «Аликард». Нам там предложили на выбор турецкую кухню, либо морскую. Мы выбрали морскую, потому что в турецкой там мясо, баранина, телятина. А все-таки как-то тяжелая эта пища, поэтому рыбу как-то полегче. А вот ресторан. Сейчас время уже 10 час. Тут есть каши сразу же. Где супы днем, там и каши утром. Сейчас найдем местечко. На утро много выпечки, яиц, яичниц, омлетов,
всякого такого прочего. Оладушки. Можно сделать тост себе. Вот место для тостов. Здесь сладкая выпечка. Тут сыры разные утром. Здесь мясные колбаски, нарезки, яички. Так, тут на что? Масло сливочное, плавленые сырки, маринады, оливок, маслин, йогурты. Утром дают яичницу. Тут такие оладушки. И делают рулеты, омлеты. Там сосиски начали давать. Так, здесь картошка фри. Яйца пашот или еще что-то типа того. А, булочки. Здесь лавашики. Здесь тоже какие-то булочки. Также тут есть яйца вареные. Это, наверное, манная каша, мне кажется. Не знаю, обозначений не видать. Омлет. С другой стороны, по-моему, сосиски. Еще что-то вроде того. Сейчас посмотрим. А, турецкий омлет. Я его тут 2 дня подряд на завтрак ела. Сосиски. А здесь баклажан. Также с утра можно взять помидорчик, огурчик, что-нибудь такое свеженькое, зелень, фрукты. Арбузики. Так, посмотрим, что тут еще. Булочки. Выпечка. Тут в основном выпечка. А здесь такие интересные круассаны. Так, чтобы еще посмотреть. Практически все посмотрели. Вот здесь посмотрим, что есть. Круассаны. Булочки. Булочки. На завтрак очень много выпечки, как я еще раз сказала. Кстати, есть также сухофрукты, орехи. Лукум. Вот лукумчика я себе положу немного с кофе. Съем. Все-таки лукум тут, как я уже сказала ранее, замечательный. Ну, в общем, вот такое место. Вот. Здесь вот лучше работает кондиционер. Там как-то похуже. В начале, потому что окна открывают. Здесь имеются такие вот аппараты для кофе. Сейчас чашечки закончились, блин, у меня немножечко пролилось. А, горячо, горячо, горячо. В обед и днем здесь можно попросить бокал вина, пива, что-то такое. Вот здесь вот соки. Соки что-то типа юпи, если честно, разбавленный. Вот это чай. По-моему, тут вот тоже где-то чай. А все остальное кофе. Тут как-то мало натуральных свежих выжатых соков. То есть вот... Хотя в баре можно попросить чего-то более... концентрированная, так сказать. Так, вот это наш стол. Если все-таки взяла турецкую яичницу, турецкий омлет, точнее. Саш тут все набрал тоже сосисок. И Катя. Ходячий? Какао. Вкусный, шоколадный. Он не такой же горячий.
Я покинула ресторан с другой стороны, чтобы показать вам немножечко территорию отеля. В обед и вечером тут делают что-то типа куры-гриль, шаурму, то есть что-то такое. Вот здесь сцена, где сначала аниматоры танцуют, веселят детей. Кстати, днем тоже веселят. А потом какие-то выступления происходят. Хочу показать немного территорию отеля. Пройдусь достаточно быстро, потому что на первый взгляд территория может показаться маленькой, но она на самом деле не маленькая. Имеются вот такие горки для взрослых, где можно прокатиться. Но я, честно говоря, не каталась. Мне кажется, я уже стара для этого. Хотя Саш катался. Может, сегодня прокачусь. Дальше. Другой бассейн для маленьких. Ну, как для маленьких? Для подросших детей. То есть совсем маленькими сюда точно не пойдешь. Катя вот тут резвилась. Она и сейчас хотела сюда идти. Ей на море не хочется. Ей хочется вот на эти вот горки. Потому что она тут отлично плавает без круга, ныряет. Прям получает полное удовольствие от жизни, так сказать. Лежаки здесь занимают прям гораздо сильнее и больше, чем на море. На море полно свободных лежаков, а здесь все прям занято. То есть вот сейчас, конечно, еще есть свободные места, но когда мы сюда приходим, а мы сюда приходим обычно в обеденные часы, когда самая жара на море, то тут очень сложно найти места. Я просто нахожу отдельные пустые лежаки и уже их сдвигаю. Вот это вот все территория. Здесь как бы и кафе прилегающие. Ну, это все, естественно, от нашего отеля. Вот он, отель. Наши окна выходят в другую сторону. Мы попросили, чтобы у нас было более поспокойнее как-то. Сейчас пройдусь до всех бассейнов, так сказать. Там еще бассейн для самых маленьких будет. И вообще бассейн такой крытый. Но вот который крытый бассейн, там прям очень сильно хлоркой пахнет. Мы там не плавали. Но это, знаете, для тех, кто... Кому, может, на солнце нельзя находиться, мало ли, по каким-то причинам. То есть вот, собственно, вот это вот вся территория. Ну, еще вот там впереди пройти. Но там уже просто столики, можно посидеть. Вот детский бассейн. Так, я сейчас, наверное, вот тут вот пройдусь. Я тут спущусь. Да, я тут спущусь. Оп. Сейчас я вам быстренько покажу, что здесь. Хочется как можно больше информации уместить в одном ролике. И чтобы еще камера не сильно колыхалась, так сказать. Так, вот. Здесь тоже столики. И тоже территория отеля. Но сейчас тут никого нет, собственно, что тут делать, да? Так, сейчас пойду за полотенцами. Полотенца, как я уже ранее сказала, берутся в спа на территории отеля. И с этими полотенцами можно идти на пляж, бассейн. Это мы сейчас едем на лифте. Лифт тут прозрачный. Такой котик там ходит. Вернулись в номер, собираемся на море. Смотрю, тут лошадки идут к пляжу, наверное. Предлагать отдыхающим покататься. А может быть и нет. Кстати, не показал еще нашу ванную комнату. Такая раковина. Наши тут причиндалы всякие. Это фен. Это я. В таком купальничке. Так, ну туалет, собственно, и душевая кабина. Мы не брали с собой ни мыло, ни шампунь, ни бальзам для волос. Кстати, ну вот все находится вот в этой штучке. Диспенсер, да, называется, кажется.
Смотри, телефон тут есть. Вот. И вот тут тоже мыло. Вышли на пляж. Такой уже прикид. И Катя. Ай, тут хорошо, прохладно, работает кондиционер. Но вообще погода в Турции намного приятней, чем в Москве. В Москве жара несусветная. Мы когда оттуда уезжали, какой-то день был днем плюс 37, а тут плюс 34. Плюс море, бассейн, так что жара вообще так не ощущается. Так, Катюша, проходим. Давай, аккуратненько. Давай, чтобы нас не зажало. Так, сейчас пойдем на море. А вот наш отель. Порт Ривель. Порт Ривер. Отель. И спа. Я сначала не очень поняла, почему так называется, а потом поняла, потому что там действительно река и корабли, то есть какой-то порт корабельный. Вряд ли, конечно, мы дойдем до него, потому что с Катей вообще очень трудно куда-либо дойти. Вот тут переходят дорогу прям вот так, но можно ради своей безопасности спуститься в подземный переход, который находится вот прям тут рядом. Катя, давай руку. Давай пойдем по подземному переходу. Там будет эхо, да? Ты же любишь эхо. Чтобы спуститься в подземный переход. Катя, машина, давай. Проходи немножечко вперед. И иди в подземный переход. Давай, спускаемся. Вот это, кстати, тоже выход из нашего отеля. Мы, кстати, чаще даже по нему ходим, особенно когда обратно идем из подземного перехода, сразу вот заходим вот сюда. И уже дальше не на главный лифт, а вот выходим на эту улочку, где куча всего продается. То есть вот это уже другой отель рядом, а вот подземный переход. Ну и все, как на него выходим, там будет тропинка. И по этой тропинке где-то идти, на самом деле, минут 5. Ты хочешь что-то сказать, Катюш? Ну, чтобы лучше было эхо, надо зайти сюда. Давай. Да. Кать, ты прям любишь быть в центре внимания, да? Да. Ты наша звезда, да? Все, и тут уже выходим на тропинку, по которой идем до моря. Если идти без ребенка, то очень быстро можно дойти. Очень приятная тропа. Я по ней ходила и ходила. Просто суперско идешь. Свирестят цикады, какие-то птички. По пути встречаются коты. Мы уже заходим на пляж. Вот с красным зонтиком. Магазинчик такой платный, а вот здесь уже бесплатно все относится к территории отеля. Тут, кстати, видимо, свой Wi-Fi, потому что сейчас вот я шла, посмотрела, на дороге Wi-Fi нету, а вот здесь вот интернет ловит. Да, мы сейчас уже пришли, я упала. Вот и повредила себе щеку. Да. И вот еще. Вот конец. Ты главное под ноги смотри, чтобы еще раз не упасть, да? Здесь? Да. Нашли место. Тенечки. Сейчас пойдем купаться. Сегодня, кажется, очень хорошее море. А то вчера штормило, позавчера штормило. Сегодня на море пришли как-то поздно. Уже где-то, наверное, 11:30. Очень хорошо спится на этих матрасах.
Катя! Вот пляж нашего отеля. А дальше, помню, там что-то еще пару пляжей от других отелей и городской. Но мы вот, честно говоря, дальше никуда не уходим. С Катей особо никуда не уйдешь. Катя моется от песочка. Холодненькая. Так, сейчас посмотрим, сколько градусов у нас сегодня. Плюс 33. А в Москве, наверное, плюс 34. Здесь на пляже можно сделать себе бургер с картошкой фри. Вот булочки, зелень. Прям даже на обед идти не хочется, здесь и так все есть. Так, я сделала три бургера. Да, я сейчас куда иду, Катюш? Здесь есть также сладости, салатики, фрукты. А это, наверное, летит тушить пожары. Вертолет, и у него какой-то шарик прицеплен к нему, красный. Чинук, вертолет, по-моему. Так, ну мы, в общем-то, можно сказать, обедаем. Всем приятного аппетита. Так, здесь вот такой вот айран еще есть на пляжу. Он вот в этом холодильнике. Да, я тебе как раз взяла, сейчас откроем. Сели на автобус до моря. Автобус достаточно большой. Много пассажирских мест. Мы приехали сейчас на автобусе в наш отель. Где-то 3 минуты он нас вез. Можно, конечно, и пешком дойти. Но с детьми, конечно, легче на транспорте. Мы сегодня уже пообедали на пляжу. Но я все равно решила спуститься и показать вам, что дают на обед. Так, здесь... томатный супчик, такой супчик-пюре. Здесь куриный суп, тоже суп-пюре. Дальше выпечка. Разнообразие салатов и зелени здесь практически одно и то же всегда. Ну, много чего разного. Здесь также продолжается зелень. Тут что-то мясное, рыбное, сырки разного вида. Так, здесь, наверное, макароны, спагетти. Еще пока вот, кстати, пиццы нету. Обычно здесь всегда такая лепешка пиццы. Макароны, перья. Здесь спагетти. Спагетти тут всегда, я смотрю. Кроме утра. Здесь заправка для спагетти, она острая. Сладости. В принципе, утром и днем сладости одни и те же. Вечером только еще добавляют тортики. Мороженое накладывают. Арбузик. Так. Посмотрим, что у нас тут. Тут, наверное, картошечка-пюре. Да, картошка-пюре. Здесь была баранина. Все разобрали. Наверное, скоро доложат еще. Тут рис.
А вот барашка принесли. Так, здесь дают цыпленка. Паста такая интересная. Кабачок тушеный. Так, что тут у нас еще интересненького есть? Лоток для слоеного теста. Это значит какая-то выпечка, наверное, с сыром сулугуни. Опять рыбные рулетики. Вчера, кстати, тоже были, но вечером. Тут морковь виши. Какая-то такая морковка интересная. Так, тут очередь куда-то выстроилась. Что-то тут курица, кажется. Обычно там, где очередь, там что-то вкусненькое. Так, здесь рис. Здесь такое диетическое все. Тут, наверное, курица. Нет. Цветная капуста. Жареный картофель фри. Вон он там во фритюре кипит. И кетчуп. Здесь разные такие маринады соленья. Да, вон там мясо жарят. Как раз его, собственно, все и ждут. Тут, видимо, была рыба. Да, рыба-гриль. И овощи на гриле. Кажется, я все показала. Напитки не буду показывать, потому что они всегда одни и те же. С обедом, собственно, все. Наверное, все показала, да. Есть еще на улицах бары. Ну, я вам показала основное. Мы собираемся в ресторан а-ля карт. Я надела сарафанчик такой. А у меня платье. Давай, покажи свое платье. Какое красивое платье. Да. Да. Прямо как яблоко. Угу. Так, у меня еще одно есть. Чуть-чуть побольше, чуть-чуть маленькое. Угу. Это мне. Сейчас покажу, какое у меня есть платье. Да, очень красивая. Но ты сегодня идешь в другом, да? Потому что ты в этом уже ходила. Да. Мы сейчас ожидаем в главном лобби-баре нашего приема в ресторане а-ля карт. Катя пьет горячий шоколад, а я себе взяла капучино. Ну, ты немножечко попробовала или еще не попробовала? Еще пока не попробовала, еще пока горячо. Здесь прям так очень комфортно. Да, у меня тоже горячо, но я люблю погорячей. Ждем, пока нас отметят. И нас направят либо сюда, либо туда. А, значит, рыбная кухня здесь, а османская в том зале, в темном. Вот наш столик, кажется. Ага, спасибо. Катя, только здесь куда? Написано 24.02. Куда Катя? Не знаю, куда она хочет, пускай туда и садится. У нас тут уже что-то наложено. Очень много приборов. Это, видимо, закуска. Основное блюдо подадут позже. Бокал воды. Кать, тут ничего нет. Это просто салфеточка. Когда будешь кушать, вот сюда ее себе на ноги разложишь. Мы уже подъели все салаты. Ждем основное блюдо. Я уже ем булочку. Я пью кока-колу. Саша взял себе вино. Здесь еще вот такие вот закусочки, которые я уже потихонечку начинаю подъедать. Нам принесли супчик. Кажется, это уха. Честно говоря, мы не ожидали, что будет суп.
Да, с креветками. Но это рыбный суп. Мы поели суп. Катю я еще кормлю из ложечки. И вот нам принесли еще кальмара в панировке с таким соусом. Мы ждем следующее блюдо, и Катя уже не может сидеть, ходит как бабка. Это у нее такая игра, как будто спина у нее болит. Нам принесли основное блюдо. Помню, был там рыба дорада, стейк из лосося. И кажется, еще что-то было. Вот никак не могу вспомнить, что кажется, морской окунь. Вот три основных блюда. Кстати, все очень вкусно. Что-то прямо даже уже так наелись. Катя даже суп поела. Выглядит аппетитно. Мы уже закончили свою трапезу в ресторане. Очень сильно наелись. Прям, я бы сказала, объелись. Сейчас пойдем прогуляемся немного. Но я в любом случае покажу вам, что дают на ужин. Заходим в ресторан главный. Смотрим, что у нас на ужин. Суп с вермишелью. Тут написано. Он, кажется, томатный с вермишелью. Овощной суп. Такой суп-пюре. Как обычно, выпечка. Так, ну вот с этих сторон я не буду, наверное, проходить, потому что я уже вам показывала, что тут обычно зелень и что-то такое подобное. С этой стороны тоже. Давайте посмотрим, что вот в этих контейнерах. Артишоки. Рыба с начинкой. Рулетики. Соус из шпината. Сладенькая. Картофель с фаршем. Кускус. Крупа такая. Цыпленок с горчичным соусом. Сушеная фасоль. Почему сушеная, непонятно. Она тушеная. Но написано сушеная. Плов из риса. Телятина. Ну вот мы как-то особо мясо не едим. Все-таки оно очень тяжелое. В жару не хочется. Так, посмотрим, что тут. Тут у нас обычно что-то диетическое плюс картошка фри. Рис. Вот такие вот овощи вареные. Картошка фри. Картошка фри хорошо разбирают детям. Да и просто как закуску. О, мясо жарится. Здесь тоже морковь, овощи. Овощи на гриле. Курица гриль. Ну, в общем-то, я так вам все быстренько показала. Курочку тут тоже дербанят. Курица гриль. Вот она. Хотя нет, это, по-моему, не курица. Кажется, это что-то другое. Курица меньше. Мороженое с шариками. Лепешки слоеные. Наверное, с сыром сулугуни. Макароны с овощами. Такие темные. Здесь опять спагетти, как я уже говорила, и в обед, и в ужин тут спагетти. Арбузик. Сегодня немножечко другие сладости, вкусняшки, отличаются от вчерашних. С ракушками, такие мы еще не видели. Тортики. Тортики только по вечерам. Можно отрезать кусочек себе, покушать. Но мы за все время только один раз тортик отрезали, когда прилетели. Катя сразу увидела, захотела. А так больше
и не хочется как-то. Ну, тортик как тортик, он вкусный, но больше не хочется. Тут котик приветствует меня, я себе кое-что взяла. Пока Саша с Катей, это тыква в сиропе, она очень-очень вкусная. Я не смогла устоять. Я прям в восторге от нее. Это что-то с чем-то. Она просто тает во рту. Солнышко уже садится. Температура сейчас вечером плюс 28 градусов. Самое основное, мне кажется, я вам показала про этот отель Port River. Так что пишите свои вопросы, комментарии. Надеюсь, вам этот обзор понравился. И не забывайте подписываться на канал. Буду очень-очень рада. Всем до новых встреч. И увидимся очень скоро. Пока-пока.